На радость пешеходам вместо старого полуразрушенного асфальта на тротуарах появляется новая плитка. Материал используют для сохранения исторического облика. К тому же он устойчив к обильным осадкам и перепадам температур. В этой части города размещается большое количество инженерных коммуникаций. При их ремонте плитку без труда демонтируют, а затем обратно установят. Без ущерба для бюджета и внешнего облика города. Быстро, а главное качественно, сотрудники подрядной организации укладывают новое покрытие на улице Арцебушевской от улицы Полевой до Маяковского. Здесь ежедневно трудится 6 специалистов. Проводят ремонт с опережением графика, ориентируясь на погодные условия. Погода в этом году замечательная. Нас поддержала очень сильно погода. И мы идем сейчас с опережением графика работы. Проверено временем. Лично моя организация занимается этой плиткой около 10 лет. Жалоб не поступило. Вибропрессованная плитка, она очень качественная и выдерживает. И сильные морозы, и перепады температур. Шум и строительная пыль жители не смущают. Надежда Москаленко работает рядом с перекрестком улицы Арцебушевской и Чкалова. В хорошую погоду часто выходит на променад. Говорит, улица преображается на глазах. Во-первых, это смотрится эстетично. И аккуратнее улицы смотрятся. Самое главное, чтобы клали это все качественно. Для исторической части это как раз вот самое то. Потому что я проживаю в центре города, в самом районе Ленинградской. У меня там на квартале лежит плитка и очень красиво смотрится. И я думаю, что для каких-то работ, допустим, для строительных, плитку поднял, что-то сделал, опять ее потом уложил, чтобы самое главное, это аккуратненько, красивенько все укладывалось. Ремонт улицы Арцебушевской проходит в 2 этапа. В текущем году приводят в порядок наиболее проблемные участки. В границах улиц Полевая и Маяковского, а также между улицей Льва Толстого и переулком Тургенева комплексно отремонтировали проезжую часть и трамвайное полотно. Заменили около 12 тысяч квадратных метров асфальта, облагородили парковки и существующие въезды. Отремонтировали более 4 тысяч квадратных метров тротуаров, привели в порядок газоны. Позаботились о безопасности. Уже установили часть дорожных знаков, всего же их будет около 400. Нанесли разметку, частично установили пешеходные ограждения. Учли интересы маломобильных людей и родителей с колясками. Сделали пандусы на всех перекрестках. Все это благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большей части, можно говорить, о доустройстве, то есть о завершении работ. Работы ведутся по погодным условиям. И при наличии большого количества осадков, либо других факторов, препятствующих проведению работ, работы будут приостановлены до следующего года. Все ремонтные работы на улице Арцебушевской сотрудники подрядной организации завершат до конца ноября. Ко второму этапу ремонта приступят уже в следующем году. Подрядчику предстоит благоустроить еще один участок от улицы Маяковского до улицы Льва Толстого. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.